Грабителя с улицы Стойкости поймали. В 5 утра в воскресенье 14 января приезжий из Таджикистана напал на 40-летнюю даму, бухгалтера бюджетного учреждения. Женщина пыталась отбиться от 30-летнего мужчины, но потерпела фиаско. Злодей силой отнял у нее две золотые цепочки. Дело, которое в полиции возбудили по статье «Грабеж», закончилось задержанием. Оперативники уголовного розыска взяли грабителя у входа в парадную дома на улице Ломоносова, где он жил. Сейчас в камере ждет ареста.